Сегодня в Институте повышения квалификации работников образования мы проводим торжественное закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов 2020 года. В рамках торжественного закрытия с приветственными словами к участникам обратятся министр образования Новосибирской области, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. А также ребятам будут вручены и заслуженные награды по итогу третьего трудового семестра 2020 года.